Йоу, Нига Мазафака Бич, всем привет, с вами Олег Детройт, и сегодня мы с вами продолжим играть в игры, и на сегодня это у нас такая игра, как Happy Wheels, черт возьми, старая, добрая, всеми забытая Happy Wheels. Она раньше была популярнее Майнкрафта и Контры вместе взятой, популярнее, чем GTA San Andreas и Vice City по сетевой игре, ну, точнее, онлайн. Вот, давайте начнем, пожалуй, нажмем play. Ну, начнем с того, что мои подписчики очень давно просили... Вы поверили, да, что меня просили о чем-то мои подписчики? Черт возьми, у меня всего 1300 человек. Какие просьбы могут быть? Они вообще молчат, я не знаю, они вообще живые или вы вообще боты? Вы хоть что-нибудь напишите, черт возьми, чтобы я понял, что вы живые. Я не зря делаю ролики. А, вот, но, по крайней мере, по 20 человек у меня в день прибавляется примерно. Так что я, видимо, очень супер популярный. И недавно я поимел очень крупный YouTube на большие бабки, да-да, черт возьми. Вы скажете, подожди, чувак, какие бабки? Ты же к партнерке не подключен, ты ничего не рекламируешь, ты такой классный. На что я вам скажу? Да, блин, вы совсем забыли о таком способе заработка, как монетизация на роликах. Да, я крупно, очень крупно поимел YouTube, и если этот ролик наберет 20, скажем, да, 20, наверное, лайков, я думаю, это по силу, потому что мой самый классный ролик, жирный влог, который называется, набрал... 5000, почти 6000 просмотров и 170, почти 200 лайков, округлим. Ну, в общем, если он наберет достаточное количество лайков, то тогда я вам раскрою всю тайну монетизации, да, сколько я бабла заработал, но я так намекну, сейчас я выбираю либо вот Lamborghini, либо Bugatti Veyron, вот не знаю, что прямо выбрать, но... Пока что время есть повыбирать. А пока есть время повыбирать, я решил и поиграть. Потому что есть время и поиграть. Да, у меня всего достаточно времени для всего. Я все успеваю. Так, ну давайте выберем какую-нибудь локацию. Так, Лимбо, Кар, Нордх, Поле, Русх. Давайте вот это. Я очень классно читаю по-английски, у меня просто пятерка. Что у нас тут? Санта Хас Атемпер, запятая, СП Кали Фхин Хеслати, Мэри Икс Мас 2011, То Эни Еоне, Н Джи О Эй, Донт Фрагет То Ратия. Ну... Окей, go, let's go, как говорится. Песня одну. Вау! Я на санях. Вот этого я не ожидал. А это типа олени. А это типа белый медведь. Ну давайте, бежим, бежим. Вот так. Ой, что это было? Уу, я так же... Ох ты... Ну, черт возьми, матом я не буду крыть. Да стойте вы, черт возьми. Да, вот, наконец-то, остались, один только остался. Стой, блин, кто меня повезет тогда? Я слишком жирный, чтобы добираться до туда сам. О, каска. Стой, стой, стой. Да черт возьми, ты дал... И куда я... в общем, все сначала. Это было неинтересно, я знаю. Так, дальше. Я хотел вам сказать, что примерно так же я... Бегу в магазин за пивасом, когда еще время только 21:00. Уу! Стоп, стоп, стоп. Так, теперь я знаю толк. Здесь что они делают? Здесь они какой-то ремонт. Ох ты, черт возьми, да. Они камикадзе какая-то. Камикадзе never works. Damn minus. Во, never work. Отлично, это была граната. И что у меня... О! Ну, ё-мана, знал бы я бы такой расклад раньше, ясное дело, я бы не попал сюда. Давайте все сначала сейчас начнем. Давай, беги, черт возьми. Сейчас я его немного поправлю. Вот, голова сюда, это сюда. Ну, его еще можно, в принципе, собрать. А, время лететь, я видел это, я знаю английский, я же говорил, я на пятерку его знаю. О, время падать. Ну, и опять в ту же самую мы яму и упали. Давай, на веревочке, это ж ты йо-йо прямо какое-то. Так, йо-йо, йо-моё, так, ну давайте дальше. Теперь я знаю, где лететь, поэтому разгоняемся и... I believe I can fly, давай, yeah! Вот это было очень классно. Воу-воу-воу, стой, стой, стой. Да нет, 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 мои кости. Вот, блин, вот дерьмо. Мне аж всего... У меня мозги в дресню... превратились просто и катятся, но вряд ли я уж смогу доехать до конца в таком состоянии. Но да ладно.
Давайте все сначала. Restart a level. Да, очень классно. Я недавно, кстати, смотрел. Следующее. Что людям интересно? Let's play или обзоры? И выиграли, как ни странно, let's play. То есть людям интереснее смотреть, чем играть, видимо. Ой, играть, чем сама история игры. Да, ёмана. Давай, давай, Санта. Давай, Санта, волшебной пыли. Еще, еще волшебной пыли. Мне нужно больше волшебной пыли. Вот дерьмо. Все, улетел. Так, ну давайте последний разочек, наверное, сыграем. И на этот раз мы все сделаем как надо. Делаем все аккуратно. Здесь мы взлетаем, потому что у нас рабочие камикадзе. Тут мы их выправляем. Стойте, ребята, так, давайте, стойте, стойте. О, вот, теперь я добрался дальше, чем надо. I believe I can fly. О, вот дерьмо. Растерял всех своих повозчиков. О, есть, есть, I believe I can fly. Вот дерьмо. Черт возьми. Что со мной такое? Эй, лети давай. Эй, почему меня никто не везет? Давай, давай, черт возьми. Эй, где твоя голова? Вези меня. Стой. Стой. Лети, я еще могу доехать до конца. Нет, нет. Ах, вот дерьмо. В общем, давайте выйдем отсюда. Да, не очень как-то получилось. Неудобно перед своими... оленями, или кто это, Рузвельты, кто такие. В общем, с вами был Олег Детройт, подписывайся, ставь лайк, чувак, и обязательно, обязательно расскажи друзьям и оставь свой комментарий, чтоб я понял, вы вообще живые или нет, или это у меня накрученные боты. Вот, в общем, всем пока. С вами был Олег Детройт.